Пока мордоворот не сделают из фасоны, а главное из энергии, не уймет. Повезли просекьютор бюро. Ох, все. Ох, все. Легко. Проба формально кивала, а вторая результат у меня адрес. Долги стоят, а только тянет хочет он. Нет. Щупки, блядь, щупки. И сайт вот стор там, вендер из меньша. А мастерит он, значит, вы молодец. Вот вот стор там, он вендер из меньша. И самой сгонной рожей бежать на камеру. Мне макияж не положат, а телетонцам не требует макияж. Не разминьте установка чайника на огонь, там и живут городских условиях. А я в окопах. Чем не дашь шантаж, сколько мне времени, хотя бы на установка чайника. Мне ничего не надо, я прямо дырвиш на паперте. Плав крусифай, блядь, трёс бамани. Замазанная рожа, понятно, пусть ваши девки во всем утра закрашивают. Понятно? Морщины, блядь, тварь. 20-летнюю старость. Я эксплуатирую, блядь, тончайшие каналы энергии, блядь, под свою формату, и требует толдычить все время, отбиваться. Ушла. Секта. Просто так спокойно мне ваш хамат не дает собираться 10 лет. Если вы не орете с утра, значит, вам можно управлять погромом. Но ублюдок русской национальности никак не въезжает в свою голову, что он не совсем, во-первых, русский. Давай. Живешь и записываешь за дуру легкую жертву и разворот-поворот. Если вы не орете с утра, значит, вам сатаралы с утра. Мне тут именно тайчи каналы, вы мне нахуй нужны. Мразь. Ладно, все, что будет делать эйфорического, а я стараюсь, даже на Инстаграм не пойдет. Это плевать мою работу в искусстве, вот именно. То есть создание образов, и только отдача с водой. Под тупые, значит, значения. Кто чего увидит? Чего я вижу, вам неизвестно. Если я вижу, то во сне. Означает конец моей деятельности. Все. Точка. Заткнулись. Первый вход в воду через 2 часа. Значит, фотосовки. Понятно, что это уже не кадр.
Вот рьешь форму. Дышим. Вот так хлебавка. Хотя бы на худой конец. 7 километров. I don't think there are 10 километров. Первый этаж простенд. Офиг. Сейчас. Так, есть. Поехали. Так. Вот так вот, лаконько. Просто. Есть. От water is too long, конечно. It's not enough. Он уже, конечно же, too... Так, придется сильно одевать на себя камеру, как идиотку тотальную, молодую. Значит, чтобы получить свой дрил, это значит, я пойду на все. Особенно на все. Даже на притворство, что я делаю это ради вас. Потому что если не получает своего льда, меня пиздят на дороже, куда деградивное плавание, если это окаянный, блядь, надо горячей водой. Да, вот видите, вот ущерб. И снова больше волн. Я что-то не понимаю в вашем менталитете. Вы же действительно после Чернобыля охуели в конце. Можно не смотреть. Но YouTube is total a grave mistake. I must admit. Технику работает даже после 2 часов поездки. Это очень грамотное движение. I'm gonna control my move out water if we're interested. On enough hot water, outright water. Only artesian water pump. But no, надо. Да, еще недостаточно, само собой. Давай такое длинное видео, никакого не артистичнее. Что-то I create images, то есть образы. Образы. I look for color. I look for makeup. I look for music and beauty of expression. I do in very tall this that can force the pop grooming and fasting. Все. Вот я вам разъяснил все предыдущие видео. Это 3rd August. Абсолютно никаких ваших тем быть не может. Никаких. Это мы просим. Мы сейчас с вами двигаемся, конечно, это халтура, так как вода тоже согревается. Но этот самый холодный бассейн, мы можем еще пока работать. Пока можно. То есть все это халтуры, я не на своем уровне, так как не запустить лед, на это времени не хватит. Тут шланг еще раз пустить. Но если правильно двигаться, то все равно вы return icy. На самом деле, you return icy. Да, кстати, все закрыто, но сейчас основной аккаунт полностью закрыт, там посылки нет. Причины выяснять мне некогда, и поебали его. Вот. А на Инстаграм идет какой-то рилс, я что-то за рилс, такой что-то за зверь. То есть для посылки быстрой информации никаких реалий нет. Вот такое движение. Ты start day from this. Нет посылки со вчерашнего дня.
значит, на главный аккаунт, сюда мою ног. Так. Ситкейшн из Паталь Фелюкт. Просто антейкабл. Это I'm on the edge of my abilities. On the edge of my readiness. On my iterative and increasing of energy and beauty, same volumes of work. And readiness to serve Russia. I cannot do anything. Окей. Okay. Начнем работать тогда с вами, раз другого пути нет. Когда я пытаюсь закрыть, вот они мне сейчас... Вообще, прямой удар кулака к стену, конечно, лучше не практиковать. Что с размазанной рожей-то, проведя первый попавшийся полоску-то? Это же о поэзии.